Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня у меня такая плановая пересадка укорененных черенков пеларгонии со 100-граммового стаканчика в горшочке. У меня это вот такие вот девяточки, такого салатового цвета и вот такого вот коричневого. Ну, это чтобы на окошке симпатично смотрелось. В принципе, горшки можно выбирать любые. Самое главное, чтобы горшок для вот такого череночка не превышал 9, максимум 10 сантиметров в диаметре. Высота 7-8. Вот в такие литровые горшки такие черенки еще пересаживать рано. Литровые — это уже больше для вот таких вот кустиков хороших. Так, грунт, который я использую. Укореняю я черенки всегда в торфе. Ну, у меня это классман. Я для фиалок, для своих классман покупаю. И черенки пеларгонии я тоже укореняю в классмане. Потом уже, когда черенки укоренились, уже вот как сейчас, да, плановая пересадка идет, я использую вот чаще всего вот такой вот грунт 3D цветочный. Кислотность этого грунта 5,5, 6,5, то есть самое то, что нужно нашим растениям. Вот этот грунт очень такой рыхлый, воздушный. Вот я специально набрала его в плошечку. Вот это классман, да, он такого светло-коричневого цвета. А это 3D, он тоже коричневого цвета. То есть видно, что действительно грунт на основе верхового торфа. Он такой же рыхлый, воздушный и пушистый. Вот этот торф 3D, вернее грунт на основе верхового торфа 3D, когда-то, когда я только начинала выращивать фиалки, я даже выращивала в нем фиалки. И прекрасно росли, прекрасно цвели. Есть, конечно, ну, другие грунты, да? Но старайтесь выбирать качественный. Вот я вам покажу, я купила его для петунии, вот этот грунт. Тоже на основе верхового торфа. Ну вот посмотрите, какой он плохой. То есть сразу видно, что вот здесь качество очень хромает. Петунию я, конечно, пересаживала в этот грунт, а вот пеларгонию, честно говоря, не рискну. Он более темного цвета отличается. Вот, да, смотрим. И очень много таких вот палок, каких-то комков, даже с плесенью попадаются. Вот для петунии я такой грунт использовала, но я его обеззараживала, прокаливала. Вот так вот. Так что выбирайте грунт все-таки качественный. Кстати, вот этот вот 3D, если вы найдете у себя в магазинах, 5 литров у нас стоит 80 рублей. То есть это не так дорого. Так, горшки, грунт разобрались. Давайте теперь приступим к самой пересадке. Значит, вот у меня здесь уже приготовленный грунт, увлажненный. Вот смотрите, какое увлажнение. Я его сжимаю, и он вот с него не течет, но он в комочек вот так вот собирается. Увлажнять грунт сразу, я считаю, что нужно. Во-первых, у меня вот эти череночки, они сухие, я их не поливала перед пересадкой, поэтому буду это, ну, чтобы корневая система не загнила при последующем поливе после пересадки, лучше всего использовать влажный грунт. Не нужно будет сразу поливать растения после пересадки, и таким образом меньше шансов, что пойдет какое-то загнивание. Во-вторых, у нас, если мы делаем пересадку в сухой грунт, не влажный, потом, когда мы будем поливать растения, вот сухой грунт, он уплотнит, не то что уплотнится, он осядет. Осядет, и вам придется досыпать грунт после полива.
А влажный грунт, он уже принимает свое положение в горшочке, и чаще всего последующей досыпки грунта не нужно будет. Также в грунт я немножко добавила перлита. Буквально вот, я не знаю, здесь, наверное, литра два у меня грунта. И может быть вот такая вот горсточка, да, в ладошку вот так вот набрала, добавила перлита. Много перлита не нужно. У нас впереди лето, чтобы часто не поливать растение, чтобы оно не пересыхало у нас. Лучше использовать перлита меньше. Вот так, вот так. Ну и сам давайте процесс пересадки. Значит, беру горшочек. Так, вот он у меня. Я его не мыла, у меня тут фиалки, кажется, росли на верхнем поливе. Ну, чистый, в принципе. Насыпаю грунта. Делаю вот такое вот углубление. Так, давайте вот этот красивый череночек. Вот такой вот. Достаю череночек со стаканчика. Вот давайте посмотрим, какие хорошие корешки. Немножечко верхний слой торфа снимаю, хотя в принципе здесь нет никаких солевых отложений, но все равно сниму. Пусть уже будет весь свежий грунт. Вот посмотрите, у меня какой сухой грунт, да? Вот, тем более, поэтому нужно высаживать, пересаживать во влажный. Так, все листочки хорошенькие, светленькие. Ну, вот здесь вот немножечко поджелтевший, но это ничего страшного. Устанавливаю в горшочек, заглубляю по первые листики. Надо так пересадить, чтобы и слишком низко не было растения в горшочке, и высоко. Ну вот так. Так, видно, да? Все. Делаю присыпочку. Все это быстро делается. Я такие пересадочки люблю. Это как своего рода релакс такой получается. Вот такая вот красота. Сейчас под краном немножко обмою горшочек, немножечко сполосну листики, чтобы они были чистенькие, красивенькие от пыли. Там может шерсть животных. У меня их много животных. То есть мою не под душем, а просто увлажняю ладонь руки. И вот так вот осторожно, аккуратно протираю листики. Ну а сейчас давайте посмотрим, какой результат у меня получился. В общем-то, вот такие вот замечательные череночки в новых горшках, в свежем грунте. Сейчас весна, они очень быстро начнут расти. После того, как я помыла листики, я сейчас подожду, пока они высохнут, и только потом уже буду ставить на подоконник. Я пеларгонию свою выращиваю на южных подоконниках, поэтому в слишком солнечные дни обязательно притеняю, потому что очень быстро подгорают листики. Вот. Давайте еще, наверное, подытожим наше видео. Значит, черенки мы пересаживаем такого размера в горшочке не более девятки, ну десятка это потолок. Грунт выбираем легкий, воздушный, желательно на основе верхового торфа. Разрыхлителя добавляем меньше, ну вот в частности перлита, потому что будет в летнее время с перлитом, если много добавите перлита, будет пересыхать грунт. Вот так. В грунт я высаживаю уже влажный. Сразу растение после пересадки я не поливаю. Где-то в моих условиях полив будет дня через два, через три. Вот так вот. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, если вам было интересно. На этом всем всего доброго, мира и добра.